О переходе на латиницу говорили участники круглого стола, который был организован в Доме языков Талдыкурганья. К обсуждению темы подключились учителя-филологи, преподаватели начальных классов, а также воспитатели детских садов областного центра, поскольку обучение грамоте начинается с дошкольного учреждения. Уже с этого возраста дети должны начинать осваивать и латинский алфавит, считают специалисты. Перед нами, филологами, стоит большая задача. Нам необходимо изучить самим основы предложенного варианта алфавита. Безусловно, некоторые сложности существуют. К примеру, в отношении апострофов. Об этом говорят все. При их написании появляется пробел между буквами. Это очень неудобно. Здесь я тоже считаю, необходимо глубже продумать этот вопрос.